Привет, друзья! Где я нахожусь? Вдохновляюсь на речке. На речище. Мне так сказал бы Лена. Очень большая река. Лена, привет! Лена. Одна из самых больших рек в России, друзья. Протяженность которой составляет 4400 километров. Видите, вот песочек. Галька бывает иногда. Это самая чистая река, ребята, сегодня, не засортая. Здесь есть рыба, белые породы рыб. Нельма, буксун, омуль, чир. Поднимаются на нерест в низовьях. Сюда впадают такие реки, как Витим, Вилюй, Алекма, Алдан. Очень большие реки. Эта река вдохновляет, ребята, своей. Видите, вот проехал теплоход, волны. На самом деле это волны не от ветра или от бушующей погоды. Это на самом деле только проехал теплоход. А так на самом деле она такая тихая, спокойная, глубокая, друзья. Не такая игристая, как горная речка. Видите, она успокоилась, волна. Такая спокойная, душеуспокаивающая, душезавораживающая. И мы здесь охотимся, друзья. Охотимся на гуся. Трансфер. Бассейн реки Лена. Индигирский трансфер. Колымский трансфер. Анабарский трансфер. Вот Якутия, форма сердца. И спускаются гуси. Сейчас сентябрь, друзья. Сентябрь. 15 число. Еще дня где-то через 10-12 дней, как спадет желтые листья. Лиственница называется мутукча. Пойдут нырковые, друзья. Пойдут нырковые гуси. Нырковые будут, гуси будут. И сейчас то и дело, что ребята держат все свои связи. И проверяют. Потому что местная утка, она уже ушла, друзья. В Японию, в Китай, в Иркутск, куда-нибудь туда. Ага, в ту сторону. И сейчас, получается, в предвкушении ожидают северных уток. Вот такая красотища, друзья. Тишь да гладь. И здесь я нахожусь на местности Табага. Местность Табага. Здесь будут строить мост, представляете, да? Мост. Уже начали строить мост, Ленский мост, который в свое время отдали Крыму. Мост. На Крыме построили мост. Должны были построить у нас. И этот бюджет передали им. Смотрите, какая чистая вода. Чистая вода, столько рыб. Река Лена. Экология чистая, прямо чистая водица. Можно прямо взять, кружкой черпать и пить. Вся прямо из минералов и полезных веществ. Вот такая вот речка, друзья. До скорой встречи.